Приветствую вас всех на своем канале Акварелька. Зовут меня Наталья, и сегодня у нас обзор полочек с магазина Светофор, Рубишев 34. Итак, посмотрите, одна из новиночек, такая Bluetooth-колонка. Она маленькая, компактная, можно ее с собой взять куда угодно. Стоит 215 рублей. Вот здесь входит вот такой вот USB-кабель, инструкция небольшая. И вот все это упаковывается в такую коробочку. Есть два цвета, розовый и голубой. 3 ватт. Звук. Время работы 4 часа. Вот такая портативная Bluetooth-колонка Energy. Супер цена на горбушу. 149 рублей за килограмм. Очень выгодная акция. Горбуша упакована вот в такие вот целлофановые пакеты по две рыбки. Вот она такая на вид свеженькая. Мороженое. Вот завозят очень много. То есть выгодная покупочка. К Новому году также мы видим обновление. Подарки по 199 рублей, по 198 рублей. Это все по килограмму. Заходите ко мне на канал, смотрите обзор конфет. Какие здесь конфеты входят в состав. Там не только конфеты, там есть и сок, и разные-разные мармеладки, орехи. В общем, нормальные, хорошие подарочки. Гирлянды 10 метров, 100 ламп, 8 режимов, 119 рублей 90 копеек. То есть вот здесь вот мы видим переключение, коробка и сами лампы какие. Мишура новогодняя 2 метра, 24 рубля всего. Посмотрите, здесь вижу все цвета. Есть и серебристый, и золотой, красный и синий. И также там есть игрушки, елка искусственная. То есть все это посмотрим. Очень много различных для катания приспособлений. То есть такие санки, ледянки, самокаты. Самокаты по 1065 рублей, которые можно ставить и на лыжи, и на колесики. Санки детские Тимка 5 Комфорт 856 рублей. У нее есть и ручка, и спиночка. То есть вот ну, такие вот классические детские санки. Также ватрушка 841 рубль. Здесь диаметр 85 рублей. Ой, диаметр 85 сантиметров. Лопатки детские, коньки ледовые. И вот еще есть такая панель по 84 рубля. Такими маками красивыми. Кстати, мне писали в комментариях, что очень удобно вот такие вот панели разрезать. Они тоненькие, хорошо режутся. И положить на подоконник под цветы. Тоже как вариант замечательный. Для ремонта есть и клей. Коврики преддверные. Welcome 40 на 60 сантиметров. 67 рублей 80 копеек. Они прорезиненные. Два цвета. Коричневый и черный. А также вот такие швабры по 152 рубля с насадкой. И что еще мне очень понравилось, завезли вот такие чудесные коврики, прикроватные, они большие, 798 рублей, они пушистые, вот такой вот ворс, и цвет очень красивый, то есть вот и размер, 80 сантиметров на 1,20 м длина, 798 рублей, витебские ковры, Белоруссия, это белорусские ковры, посмотрите. Цвет замечательный, приятный, такой сливочный, красивый. Вот. Ну, чудесный коврик, конечно. Кстати, вот сказали, что в ковровых магазинах такие прикроватные коврики, они стоят по 2000. А здесь 798 рублей. Конечно, выгода почти в 1000 с лишним. Бумажные полотенца Ова 34 рубля 10 копеек всего лишь. Здесь два слоя, очень хорошие и цена доступная. Посуда доступная по 51 рубль. Итальянская посуда. Мы видим здесь белые тарелочки по 69 рублей.
бокальчики появились, ну вот такие кружки. Это от Luminarc. Это опаловое стекло. Сна не вижу пока, но в пределах, наверное, 50 рублей. Сейчас мы дойдем. Салатники 53 рублей, побольше 109 рублей. Салатники прозрачные 27 рублей 10 копеек. Стеклянные жаропрочные формы для выпечки 214 рублей 90 копеек. Это у нас бразильские. Кружки пивные недорогие по 47 рублей. И мы видим вот такой вот сервиз чайный на 14 предметов, 825 рублей 90 копеек. Вот такой незатейливый рисуночек, полевые цветочки. Были с оливками более интересный, конечно, вариант. И замечательный самовар электрический 2419 рублей 90 копеек. Произведено, конечно, это в Китае, но узоры наши, жостовские, поджостово. Выглядит достойно, празднично. И у нее также идет вот такая упаковка красивая. То есть подарок, замечательный такой набор. Здесь и чайничек, и сам самовар. Банки бакалейные, объем 900 мл, 99 рублей. Кстати, их можно применять не только для сыпучек и для варенья, для всего такого жидкого, но и также можно для косметики применять. Положить сюда ватные диски, палочки и любые другие еще приспособления. То есть, ну, вот красивые такие банки. Они на резиновой такой прокладке здесь, силиконовой, вернее. Кувшинчики по 99 рублей. Они на литр 300. И вот такие вот красивые появились сахарницы с крышкой стеклянные. Нижегородские 68 рублей 10 копеек. Они с крышкой. Ну, достойные так. Достойно выглядит все это. Вот посмотрите. И идет вот тоже вот такой вот упаковочка. Можно, кстати, в подарок подарить такую сахарницу. Очень красивый набор рюмочек. 50 мл, 6 штук. Они на ножке, вот выглядят вот со стороны, если посмотреть, вот так вот. Маленькие, красивые. 157 рублей 90 копеек, вот такой наборчик. Кружки для чая «Сказка» 350 мл, 35 рублей 80 копеек. Большие, удобные. Набор бокалов для коньяка. Вот. Если посмотреть сбоку, посмотрите, для коньяка вот такие вот бокальчики симпатичные. 238 рублей такой наборчик стоит. Еще одна из новиночек. Кастрюля эмалированная. Она идет с декором. 385 рублей. Произведено в России. Вот, показываю ценник. И вот сама вот эта вот кастрюлька. Смотрите, форма вот мы видим. Такая классическая. Очень симпатичная кастрюлька на 4 литра 300 миллилитров. Были еще другого цвета, но их разобрали. Кстати, вот есть тарелки недорогие под 44 рубля, по 50 рублей. И мы видим вот такие сковородки. Они тяжелые, с высокой такой стенкой. А это у нас украинские сковородки. Кстати, тестировали, я видела обзоры, тестировали эти сковородки. Замечательно, людям понравилось. И одна еще из новиночек. Кастрюля из нержавеющей стали со стеклянной крышкой на 5 литров. 476 рублей 90 копеек. Это Китай. Мы видим, вот она стеклянная такая крышка. Я уже ее показывала в своих обзорах. Но хочется еще раз ее показать, потому что она на самом деле хорошая. Конечно же, очень много различных контейнеров. Корзинки для белья, тазики. Все по доступной цене. Ведра пищевые. Вот такая хорошая вешалка. Вот можно повесить деревянная, она в пределах 400 рублей, 579 рублей. Вот она, смотрите. Мы уже купили дома, пользуемся. Очень удобно сыну повесить, допустим, свою одежду. Вот пришел с работы или кто-то со школы, ребенок, повесил, и без хлопот она уже не мнется, одежда. А коврик в ванную комнату 99 рублей. По цвету они очень такие нарядные, розовые, белые, серые и вот такие шоколадного цвета. Есть пушистые, есть менее пушистые.
40 на 60 сантиметров. И огромный выбор вот таких вот боксов, корзинок по 100 рублей, по 170 рублей, зависит от размера. Пылесос 1699 рублей. Вот такие контейнеры MyBox на 6 литров с кладкой. Каждый раз их показываю. Они такие удобные. 98 рублей всего лишь стоят. Электрошашлычница по 1499 рублей. И вот такая электрогриль 549 рублей. Очень удобно. Открывается в использовании. Девочки писали мне в комментариях, что замечательно делать бутерброды горячие. Вот на этой электрогриле. Единственное, чтобы соус не вытекал вот на эту вот панель. А так очень классно. Быстро раз разогрели, поджарили себе булочку или хлебушек. Положили колбаску, все это погрели. Замечательные бутерброды утренние. Вот. Утюг от Homestar на 2000 ватт с паром. 428 рублей всего лишь здесь. Подошва, кстати, тефлоновая. Вот, может быть, можно гладить сухим паром. И также, вернее, без пара. Сухая глажка, утюжка. И с паром можно погладить. Термопод. Термопод 1043 рубля стоит. Огромный объем на 3 литра. В общем, тоже одна из замечательных здесь продукций. Турка электрическая 529 рублей. Кофеварка гейзерная Мока 300 мл 336 рублей. Вот она такая интересная. Зеркало косметическое 439 рублей с подсветкой. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал Акварелька. Всегда рада новым друзьям. Заходите на мой канал. Много всего интересного. Обзоров по магазинам. Фикс Прайс, Светофор, Магнит Косметик, Глория Джинс. Всех жду на своем канале. Зовут меня Наталья. Вот такая вот духовка Уралочка электрическая. 2799 рублей. Ее летом так хорошо разобрали. Вот сейчас заново завезли в наши магазины, в нашем городе. Здесь соковыжималка 997 рублей. Она в ходе шевела, так как уже сезон у нас овощной закончился. Чайник 579 рублей стеклянный. Очиститель воздуха 1499 рублей. Кофеварки по 499. Чайники по 315 электрические. Увлажнитель воздуха 669 рублей. То есть вот такие у нас есть товары. И водоочиститель кувшин Aquaport Line 178 рублей. И к нему также идут вот такие сменные модули, сменные фильтрующие 84 рубля. Полукомбинезоны детские по 506 рублей. Они теплые. Только единственное, нужно подобрать размер. Вот у них здесь есть и спинка, и грудка на замочке. Вот с такими вот бретельками. Так, внизу у нас здесь без резинки. Вот такая цена. По цвету синенькие и черненькие. Сорочки, тунички недорогие. Хлопчатобумажные. Они по 163 рубля. Сорочки это. И вот такие штанишки домашние. Это Узбекистан. 193 рубля. По цвету они вот тут вот такие сдержанные цвета. Зелененькие, бежевые, салатовые. В общем, можно выбрать то, что вам необходимо для дома. Распродажа. Кроссовки мужские и женские по 175 рублей. Где только они вот нужно найти. Валенки. Огромный выбор. Валенки детские и взрослые. Валка мягкая. Уги по 297 рублей. Три цвета вижу. Бежевый, серый и черный. Вот кто носит такие вот. То есть недорого. Полотенце. Огромный выбор. Посмотрите. Зависит от размера полотенца, от 80 рублей до 314. 314 – это подарочный набор. Там входит несколько полотенец. И
вафельные полотенца кухонные. Вот такие вот. Они небольшие, простенькие. 22 рубля. Тоже в хозяйстве ходят быстро очень. То есть они необходимы, такие полотенчики. Есть бюстгальтер по 143 рубля. Такого вот плана. И трусики женские 38 рублей 90 копеек. Хлопчат бумажные в Узбекистан. Тапочки домашние 68 рублей 50 копеек. Здесь есть женские, такие цветные, и мужские. Так, сапожки детские по 457 рублей с натуральным мехом. 36 по 41 размера 36-го. И ботинки мужские утепленные. Вот сейчас мы дойдем до них. Так, ботинок я не вижу, но вот сапожки зимние есть. 456 рублей. А также антинакипин 43 рубля 50 копеек для добавления в стиральную машину. И мы видим здесь вот такие вот дешевенькие губки 18-40 рублей. Здесь 10 штук, но они вот, единственное, они маленькие по размеру. Одеяло бамбуковые, подушки тоже это все есть по доступным ценам. Простыни трикотажные 350 рублей всего лишь. Цвета нежные, приятные, пастельные. То есть я такие уже просто не брала. Очень удобно. Единственное, нужно подобрать по размеру, чтобы вам подходило по размеру. Туалетная бумага. Тоже в ассортименте. Универсальное полотенце эконом по 71 рубль. Они вот такие вот в рулончиках идут. Очень удобно. Единственное, что ну кому-то маловат размер. Но мне вот, допустим, для моей маленькой руки нормально подходит. Так, и мы видим средства для посуды. Вот АОС 69 рублей 50 копеек. И мы видим вот такие сеточки. Мочалки. Здесь 10 штук. 40 рублей всего лишь. Смотрите, какой огромный выбор книг, говорящие сказки, аудиосказки. То есть здесь 174 рубля. Такие сказки мы открываем. Вот здесь можно листать. Нажимаете на кнопку. Девушку уже везли на казнь, а она все плела последнюю кольчугу. Вдруг на землю опустились. Однажды перед пещерой появился король здешних мест. Он пытался заговорить с бедняжкой. Долго летели они и, наконец, опустились на скалу. То есть они еще вот и рассказывают сказку. То есть вот такие сказки. И вот здесь вот мы выключаем. Посмотрите, дикие лебеди, гуси-лебеди, горшочек каши. То есть вот здесь выбор большой таких аудиосказок. 5 кнопок, 174 рубля, еще раз повторяю. То есть вот они, кот в сапогах. Вот, огромный выбор этих сказок, конечно. Русалочка даже есть. Такие вот сказки. И еще есть сказки форматом большие, колобок. Мы видим здесь чудесные иллюстрации. Большой шрифт, стоят они 97 рублей, и тоже их большой тут выбор. Супер раскраска «Первые уроки», школьная библиотека «Бесприданница», это 55 рублей такие книжечки, волшебные сказки, повести Николая Гоголя. Александр Островский «Бесприданница». Ну, то есть вот, конечно же, книжки вот по доступным ценам. Показываю цены. Раскраска 45 рублей. Сборник для дошкольного образования. Раскрасок, конечно, тут много. Такие раскраски по 45 рублей большие. Игрушки, конструкторы по 332 рубля. Игровые наборы тролли 93 рубля. Такие вот тролли. Посмотрите, какие классненькие. Пазлы в коробках 86 рублей. Машинки. Автомобиль 262 рубля. И еще вот такие вот
Вот что-то все на иностранном, непонятно, что это. Вот машинки, зато понятно. И есть такой набор машинок, трейлер, гоночные болиды. 252 рубля. То есть вот этот трейлер везет гоночные болиды. Ну, классно, конечно. По цвету они, посмотрите, разные. Так, вот еще у нас игры. Что это такое? Техника. 999 рублей. Так, ну вот там вот я не знаю, что. Подниму повыше камеру. Может быть, вы что-то увидите. Что это такое? Вот, вот. Автомобиль вездеход, радиоуправление. На радиоуправлении. В общем, тут много всего интересного. К Новому году завезли горошек зеленый. 61 рубль. Такая большая баночка. Можно выбрать. Так, и горошек, смотрю, по 27 рублей 10 копеек. Горошек от красной линии 400 грамм 23 рубля 90 копеек. Персики в сиропе Карпов 53 рубля за 425 миллилитров. Тунец 51 рубль. Такая баночка 240 грамм. Печень минтай 47 рублей 90 копеек, там 230 грамм. Шампиньоны 64 рубля, правда, некоторые говорили, что они не соленые. Может быть, это партия такая попала, не знаю, не пробовала. А шпроты в масле 75 рублей. Большая баночка персики в сиропе Карпов 103 рубля. И мы видим вот такой вот кетчуп от мистер Рика. Томатный 67 рублей 90 копеек. 940 грамм. Огромный выбор различных специй по доступной цене. Есть наборы специй и приправ мельницах. 201 рубль. Вот такой набор специй. Так, вот такой майонез 63 рубля 90 копеек. Маслины в баночках 44 рубля. Здесь 280 грамм. Ананасы 51 рубль. Такие вот баночки. 580 миллилитров. Ананасы 51 рубль 90 копеек. Здесь кусочки в сиропе. Так, холодный отдел. Заходим. Здесь мы видим горбушу. Холодного копчения 359 рубль 90 копеек. Вот выглядит очень аппетитно. И мы видим еще сайру холодного копчения 253 рубля. Так, и свежемороженая горбуша. Я уже показывала, ее даже выносят в зал. Такая свеженькая. Вот и хвостик такой свеженький. То есть очень дешевая, 149 рублей килограмм. А очень большой выбор различных. Селедочка соленая, кальмары. То есть вот здесь вот весь морской такой ряд. А рыбка, морские коктейли, скумбрия холодного копчения, форель, филе в кусочках по 149 рублей. Вот такая форель. Так, ну выглядит довольно-таки вот, видим, свеженько выглядит форель. По 149 рублей всего лишь. Колбасы, сосиски, большой выбор. Крабовые палочки 22 рубля всего лишь. Посмотрите, вот такая упаковочка здесь. Довольно-таки много, 200 грамм. Колбаса сервелат зернистая 161 рубль за килограмм. Сосиски по 141 рублей докторские. Так выглядит упаковочка. И мы видим закуска домашняя из мяса. Так. Такая вот закуска. Такая из какого мяса? Посмотрим. С
состав. Прибавлю, конечно, посмотрите, кому интересно. Состав. Очень все мелко, конечно, написано. Но мы видим здесь молочная колбаса по 121 рубль, ветчина нежная 162 рубля, колбаса вареная старомосковская 78 рублей и 150 рублей семейная с чесночком вареная 150. 90, еще раз повторяю, вот такая вот колбаска. Молочные продукты, молочный коктейль, ванильный, шоколадный, 55 рублей. Вот такая вот упаковочка.